легкий и воздушный, простой в приготовлении и универсально подходящий к любому типу кожи. К тому же, еще и диетический крем для торта в домашних условиях – это находка для любой хозяйки. 1. В рецепте приготовления диетического крема для торта необходимо использовать 3 охлажденных белка, в которые нужно добавить щепотку соли, после начинаем активно взбивать. 2. Всыпать постепенно немного сахара, продолжая взбивать. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество, далее. Белки, 3 штуки. Сок лимона, 1-2 чайных ложек. Сахар, 1-2 чайных ложек. Творог, 150 грамм, нежирный. Количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Друзья, до новых встреч!